Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Я хочу пересадить сегодня свой Россиоглоссум. Я вам его показывала, он очень красиво цвел. Он уже давно находится в периоде покоя после цветения, что этому растению очень необходимо. То есть, когда он отцветает, он полностью перестает поливаться. Единственное, что если у него начинают сморщиваться бульбы, то немножко по краю горшка можно опрыскать водой, что, в общем-то, у него и было. То есть два раза я уже его чуть-чуть вот здесь прыскала, потому что бульбочки сморщиваются. И хочу его сегодня пересадить. Ему я тоже приготовила вот такой горшочек. Дырочки тоже насверлила сама. А россиоглоссумы любят такие тесные горшки, поэтому горшок будет вот такой небольшой. Грунт кора от Эффект Био, 12-28 я возьму фракцию коры. Ссылку на сайт я вам оставлю, и как получить, воспользоваться промокодом, тоже я вам все напишу. Так что для покупки, пожалуйста, пользуйтесь промокодом, и вы получите скидку. Я возьму немножко Серамиса, Агроперлит. Тоже рекомендуется для посадки. И грунт Триферм. Из корней папоротника вот такой вот Триферм. Купила немножко для орхидей. И сейчас будем пересаживать. Нижняя дырка у горшка очень большая. Керамзит у меня мелкий. И поэтому он будет оттуда выскакивать. Я эту дырочку закрою крупным кусочком коры. Я положила крупную кору на дно. Закрыла дырку. И вот такой мелкий керамзит тоже добавлю на дно. Рекомендуется россиоглоссум сажать еще в кокосовые чипсы. Но как-то у меня с ними не сложилось. Я не буду добавлять кокосовые чипсы. Я сделаю вот такой вот грунт из этих составляющих. Триферм я добавлю Серамис. Я здесь ездила в Ашан, искала Серамис с корой. К сожалению, его не было, был только такой Серамис, но он тут слишком мелкий. Мне нравится грунт, где кора идет сразу с Серамисом, там и кора хорошая, и Серамис крупнее. Так, в пакете Эффект Био у нас мешочек с грунтом и вот такая вот кора. Я все перемешала и добавлю агроперлит. Россиоглоссумы тоже любят такие горшки с дырочками, но грунт такой немножко влагоемкий. Он давно уже отцвел, поэтому самое время его пересадить. Второй свой я уже давно пересадила, а этот вот ждал своего часа. Давайте его достанем. Вот его название. Видно? Россиоглоссум Райбон Джестер Долл. Орхидея клоун. Цветочки у него похожи. Так. Сейчас я его достану. Достала из горшочка. Вот такие у него корешки. Я, наверное, не буду их раскрывать. Я просто посажу его в горшок и добавлю новый грунт по бокам. Вот такой красавчик. Вот. Идеально подходит ему этот горшочек. Так, хочется мне просто коры. У меня осталась здесь мокрая кора. Добавлю ее на дно. Россиоглоссумы тоже любят яркий свет. Зимой обязательно досветка. Ну а летом
так как у меня есть возможность вынести орхидею в сад, он тоже пойдет в сад. Так, высоко. Сделаем чуть-чуть пониже посадку. Уход за ним совсем не сложный. То есть период активного роста мы его поливаем, удобряем. И после цветения обязательно засуха, период покоя. Так в природе происходит. И такие же условия нужно создать дома. Ну, вот так будет хорошо. Вот этой маленькой бульбочкой я посажу ближе к краю, так как здесь вот будет идти новый рост. И буду заполнять смесью, которую я намешала. Такие горшки, в принципе, лучше поливать замачиванием. Но этот горшок тоже был 2 суток замочен в воде, для того, чтобы легко сверлить дырочки. И поэтому... Но все равно эти горшки быстро забирают влагу от растений. Так что методом замачивания... Я добавлю еще мох, чтобы грунт чуть-чуть помедленнее просыхал. Ну, агроперлит тоже в этом будет помогать, удерживать влагу. Очень красивая орхидея, бесподобно она цветет. Фотографии я вам поставлю. Я принесла осмокот, добавлю гранулы осмокота. Буду дальше заполнять горшочек. Так как грунт у меня сухой, я сейчас пролью орхидейку. Где-то месяц он уже точно у меня в периоде покоя. Поэтому понемножку можно его уже поливать. Я пересадила свой Россиоглоссум. Вот его название. Вставляю. Это орхидея родом из Центральной и Южной Америки. Произрастает в Мексике, Перу на высоте 1000-2300 метров над уровнем моря. Значит, грунт ему нужен влага, воздухопроницаемый. Единственное, что я не добавила уголь, его также рекомендуют добавлять при пересадке. Активный рост у него начинается в период дождей в природе. Вода должна быть мягкая, то есть, в принципе, это дождевая вода. Сейчас я пролила его чуть-чуть, да, снеговой водой, которую я собираю. Сейчас активно с крыши льется вода, и я просто ставлю емкость и собираю эту воду. Снег уже, к сожалению, совсем грязный, я его уже не собираю. Поливается он по краю горшка или неполным погружением в емкость с водой. Во время вегетации мы делаем ему продолжительный световой день. Влажность должна быть 60%, но такой влажности у меня дома нет. И как вы видели видео, я оставлю ссылку внизу на это видео. Он шикарно цвел зимой и стоял он у меня под фитолампой, которая помогла ему вот так красиво распуститься и зацвести. Во время цветения мы уменьшаем дозу удобрений. Я его удобряю так же, как и все свои орхидеи, то есть через полив.
Один полив в месяц идет обычной водой, и второй полив идет уже с удобрением. После цветения наступает период покоя, засухи, растение не поливается. Единственное, если начинают сморщиваться бульбы, вы чуть-чуть поливаете его водичкой. Поражается он паутинным клещом, тьфу-тьфу-тьфу, пока у нас ничего нет. Но на всякий случай, перед тем, как вынести его на улицу, я его тоже еще раз обработаю. Очень даже рекомендуется, если у вас есть возможность вынести на балкон, вынести на веранду или в сад. Это растение любит такое, знаете, неяркое солнце, в общем-то, полутень. Вот, и прекрасно он себя будет чувствовать. Ну, в общем, ничего сложного нет. Я так думаю, что они все схожи, камбрии, всякие брассии в уходе. То есть где-то поливаем, где-то перестаем, период покоя наступает у растения. То есть вот эти правила мы соблюдаем и, соответственно, получаем красивое шикарное цветение вот этой бесподобной орхидеи. У меня их две, вот этот процвел и второй еще, который я получила в подарок от Танечки Калачик. Он еще не цвел, он побольше размером, я, в принципе, от него рассчитывала получить цветение, но зацвел вот этот, который поменьше. Очень порадовал и цветом своим. А про запах я говорила, что пахнет он не очень вкусно, но зато красивый, потрясающий цветок. Цветов очень много, и у него длинный цветонос, на котором много-много бутонов, цветки огромные. Поэтому в этом случае лучше, конечно, ставить ему опору. Иначе это все упадет и даже может сломаться. Ну, я надеюсь, такая посадка ему понравится. Единственное, вот теперь думаю, как же я забыла про уголь. Ну, ладно, ничего. Думаю, что все будет хорошо. Пересаживаются они по мере заполнения всего горшка. То есть частые пересадки растения не любят. И я думаю, что этот горшок ему послужит года 2-3. Ну, посмотрим, как он будет расти. Если заполнит весь горшок, то придется пересаживать. И также это все происходит делением вот этих бульб. То есть, когда он полностью разрастется, будет уже большой, тогда можно будет поделить растение на два. Ну, вот такая пересадка, такой рассел глоссом. Я думаю, что каждый бы хотел иметь его в коллекции, потому что он потрясающе красивый. На этом все. Грунт я вам показала. Ссылку оставлю на сайт Эффект Био. Промокод тоже вам напишу. Воспользуйтесь, пожалуйста. Сейчас весна. И наши растения, наши орхидеи, некоторые очень даже нуждаются в пересадках. И купить кору со скидкой, это тоже такой большой бонус. На этом все. Всем пока и до встречи на моем канале.